С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. В ближайшее время в Петербурге запустят 10-летнюю программу по сохранению исторического центра города. Финансирование программы составит 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко. По словам губернатора, обещание финансирования уже получено от премьер-министра Владимира Путина. Полтавченко также подчеркнул, что в ближайшие 3 года в бюджет будет закладываться необходимые средства и на развитие города. Для этого планируется продолжить работу над стратегией развития Петербурга до 2020 года. Ранее губернатор уже призвал горожан принять активное участие в обсуждении проекта и пообещал при разработке документа внимательно изучить все предложения. Предыдущий губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в начале этого года, напротив, обращалась к Путину с просьбой исключить город из перечня исторических поселений. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.